Некоторые из этих курсантов отрабатывают навыки вождения автомобилем. Для других настал день X – экзамен. Первый этап – площадка. Однако с 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно им, практический экзамен на площадке отменяется. Это касается водителей, сдающих на категорию Б, С или Д. Для мотоциклистов все без изменений. Те элементы, которые выполнялись у нас на площадке, они будут частично выполняться в режиме реального дорожного движения. Такие элементы, как, ну, простым языком скажем, это въезд в гараж в простонародье, чтобы людям было понятно, и параллельная парковка. Это касается и поворотов направо или налево, а также разворота в ограниченном пространстве и эстакады. Инспектор в день экзамена решит сам, где и какие навыки вождения продемонстрирует курсант. Весомым поводом проехать на площадку может послужить трудная ситуация в условиях реальной дорожной обстановки. Увеличивается и время сдачи экзамена. До получаса, да, время увеличивается, чтобы он успел выполнить все элементы, все маневры, которые предусмотрены новым административным регламентом и постановлением правительства. Изменения претерпит также система оценок ошибок. Так, за непристегнутый ремень безопасности вместо одного начислят максимальное количество штрафных баллов. Когда вводятся новые изменения, мы проходим дополнительное обучение. Нас информируют о том, что какие нововведения проходят. Ну, а в целиком и в общем, как бы, процесс обучения остается тем же. Мы также делаем акценты на площадке, на городе. Подразумевают и новый экзаменационный лист. Теперь их будет не два, а один. А вот период сдачи и пересдачи экзаменов остается неизменным. Если не получилось сдать с первого раза, то следующая пересдача через неделю. После третьей неудачной попытки в теоретической части до следующего экзамена придется подождать 30 дней. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.